Внимание на старт. Дан старт четвертого заезда. Приз в честь жеребца блок орловской расистой породы. Обег со старта повела зеркальная. Сбоил за рог. Обег ведет зеркальная. На втором месте Жан-Поль. Далее Лавкач. За 33,2 секунды пройдена первая четверть дистанции. Бег уверенно ведет третий номер зеркальный под управлением наездника второй категории Сергея Ананева. Далее с просветом Жан-Поль, на третьем месте Зарок, Лавкач и замыкает фирмач. За 32,1 секунды пройдена вторая четверть дистанции. Участники растянулись по дистанции. Лидирует по-прежнему третий номер зеркальный. На втором месте Жан-Поль. Далее Зарок. Лавкач замыкает фирмач. Зарок сбоил второй раз. За 32,9 секунды пройдена третья четверть дистанции. По-прежнему сохраняет лидерство третий номер зеркальный. Выводит участников четвертого заезда на финишную прямую. На финишной прямой четвертого заезда. Впереди зеркальный, на втором месте Жан-Поль, на третьем Зарок. Уверенно выигрывает четвертый заезд зеркальный. Далее вторым финиширует Жан-Поль, третьим Зарок.